10 ноября. В общем, очень успешно 11-й полк удивил противника. С танками вошли в Первомайку. Отработали, погасили многие огневые точки. Вот. Далее. Противника там очень много, насыщенно. Как вот пленные говорили, там действительно. То есть рота, наверное, личного состава, если не больше. Вот, активно ее перемалывают. У нас, к сожалению, тоже потери. Погиб мой друг, можно сказать. Мы с ним здесь долго сидели на окопах с хорошим чувством юмора. Стал говорить. Продолжайте дымы. Я понял, ожидайте пока. Либо кидай дым рывком в подвал. Мираж, Стаффу, связь. Теперь подхода. Откуда же? 258. Центральная улица. Чула, положите дымы, как и ложили. Отлично было. Положите дымы, промешает продвижению, блядь. Толкотня. Видишь, что-то... Димок, а дым стоит, пытайтесь вперед. Ну что речь? Там говорят, они там что снесли, нахуй. Это двухэтажный был, который, блядь. Дым там. Дым поставить. Один дом вперед от тебя. Подожди. С левой стороны улицы. Это наши, да, наши. Наши, да, правильно? Где? Наши.